Лето. Прекрасное время года, долгожданный отдых и самое благоприятное время для укрепления здоровья детей. В рамках празднования Дня Республики на стадионе школы номер 3 прошел открытый турнир по футболу между дворовыми командами ТОСов, Юраковский и Молодежный. Хотим занять вот наших детей, которые просто так слоняются и которые очень хотят встретиться во дворах с другими командами. Вот, допустим, наши юраковские давно мечтали встретиться вот с командой школы номер 2, 3. И следующая встреча, вот, наверное, будет в Иваново. В дворовый футбол эти мальчишки играют круглый год. Приняли участие в товарищеских матчах 4 команды, по 2 с каждого ТОСа. Соревнования проходили с целью привлечения детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни. Участники турнира получили дипломы и сладкие призы. В планах ТОС «Юраковский» в течение лета провести еще несколько дружеских матчей по дворовому футболу.